Так, обновлю страничку. Итак, дорогие друзья, так, звук, 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 нет звука. Ага, спасибо вам большое за обратную связь. Надеюсь, что у нас все в порядке. Пожалуйста, напишите мне, слышно ли меня, видно ли меня. У кого-то нет звука, у кого-то нет видео. Пожалуйста, перегрузите свою страничку. Звук есть, все есть, ура! Я очень рада. Итак, дорогие друзья, я очень рада, что вы сегодняшний вечер проводите вместе с нами на нашей международной онлайн-конференции «Фоамиран и скраббукинг. Осенняя сказка». Сегодня у нас заключительный вечер нашей конференции, и я уже вижу ваши комментарии. Спасибо огромное за обратную связь. Видно, слышно, все хорошо. Я хочу напомнить вам о том, что вы можете пройти по баннеру, который находится у вас сейчас над чатом, и оформить покупку всех записей конференции. Сегодня заключительный вечер, и у вас скоро не будет такой возможности, поэтому, пожалуйста, используйте шанс. Спасибо огромное еще раз. Вижу сразу вопрос, кто-то может подсказать, в этом чате есть функция отключения отображения сообщений на странице ВКонтакте? Да, Ирина, есть. Я думала, что многие уже об этом знают, но я обязательно прямо сейчас вам об этом расскажу. Посмотрите, пожалуйста, наш чат привязан к социальной сети ВКонтакте. Если вы хотите, чтобы все ваши комментарии оставались только в нашем чате, но не отображались у вас на страничке в социальной сети ВКонтакте, вам нужно нажать на галочку, которая находится возле слова «поделиться». Нажимаете на галочку, она пропадает, и тогда можно нажимать на функцию «отправить», на кнопочку «отправить». И в таком случае все, что вы пишете здесь в чате, не будет абсолютно никому видно, кроме участников этого чата. Надеюсь, что я объяснила доступно. Можете этим пользоваться, конечно же. Ну а теперь я хочу с удовольствием представить нашу сегодняшнюю гостью Елену Мирсанову. Сегодня мы будем делать чернику из фоамирана. Елена – мастер по изготовлению флористики из фоамирана и силикона, а также самых разных украшений из бересты. Рукоделием она занялась достаточно давно и уже не представляет себе своей жизни без рукоделия. Занимается практически 24 часа в сутки, иногда, как она говорит, даже во сне. Думает, придумывает, фантазирует, а на утро вот, пожалуйста, готовое решение. Здорово, правда? С удовольствием Елена делится своими наработками со всеми окружающими. И сегодня с вами, дорогие наши рукодельницы. Итак, передаю микрофон Елене Мирсановой. Пожалуйста, Елена, присоединяйтесь, мы вас очень ждем с нетерпением. Включайте. Да, добрый вечер. Мы вас слышим и видим ваш рабочий стол. Все очень хорошо. Так, девочки, сегодня, извиняюсь, я еще полностью не выздоровела. Поэтому у меня голос такой хрипловатый, иногда буду кашлять. Ну и не переживайте, бациллами я вас не заражу, так что чем хороши такие онлайн-конференции, что ничего вредного, кроме полезного. Так. Ага, вижу все. Спасибо, Мария. Ну, уже намного получше, температуры уже нету. Но вот немножко, конечно, нос порой заложен, и кашель еще остался. Так, сегодня мы будем делать черничку. Так, девочки, хотелось бы узнать, из какого фоамирана кто будет делать. Потому что я показывать, наверное, скорее всего, буду на иранском фоамиране, потому что немножечко тут чуть посложнее. Зефирка все-таки она полегче из нее делать. Метод изготовления абсолютно одинаковый, что для зефирки, что для ирана будет. Абсолютно. Все то же самое делать, просто зефиркой полегче. Вот и все. Так.
Зефирный, зефирный, иранский. Ну, все будут, значит, это разного делать. Ну, очень хорошо. Значит, какой есть у вас помирандость, такого и будете делать. Вот у меня, я вам покажу на примере, листики будем делать, это у меня иранский помиранд, да, можно корейский взять, любой. Единственное, тут вот это у меня ягодка осталась от заказа я делала, и это тоже. Зависит размер от того, какую внутри основу будем делать. Вот и все. Вот это получилось поменьше, потому что у меня была такая композиция с маленькими розочками, поэтому и черничка была, она маленькая, она даже меньше. Ну вот знаете, как вот, как мелкая черника. Это скорее уже ближе, наверное, к голубике, потому что нужно было просто отдельно веточку. Вот это самое крупное у меня получилось. Вот это иранский фоамиран. Ну, и это листики. Это у меня тоже оставалось. Я их тоже приспособлю. Так. Ну, вижу, все присоединяются помаленечку. Так. Как обычно, на моем вебинаре самый активный участник получит от меня мастер-класс. Вот. Так. Начнем с того, что включим. Я буду использовать только горячий клей. Включим заранее пистолеты. Пока вот у нас он нагреется. Так, немножко не сюда, так, нижний. Так, пока у нас нагреется, мы с вами я вам покажу презентацию, наверное. Ну и немножко можно поговорить. Буквально, ну сколько нагревается? Минут 10, наверное. Так, сейчас я вам скажу, какие материалы, еще раз повторюсь, все ли вы приготовили. Ну, вот у меня вот для того, чтобы для просушки оставлять, я вот использую обыкновенную губку для посуды. Ага, Ланочка, очень хорошо, что подсели. Так. Дальше вот нужен, вернее, это не, это вернее пинцет, но это пинцет, конечно, для волосиков, для бровей, как говорится. Это, по сути, не пинцет, это щипчики так-то. Или наоборот называются, не знаю, я постоянно путаю. Вот. И он нам нужен для тех, кто будет делать с иранским фоамираном, потому что нам тут у нас немножко поплотнее все это, и мы будем просто вот форму придавать вот такими щипчиками. Им, кстати, очень удобно делать, они довольно-таки жесткие. Ну, если есть другой пинцет, просто у меня вот есть, но он китайский, он довольно-таки мягкий. Так, дальше вот обыкновенная акриловая краска синяя и белая. Мы вообще будем черничку делать вообще самым простым способом. Не туда-сюда, как обычно, обклеивать, а вообще вот одним методом всего. Так, дальше что нам нужно? Ну, вот у меня кусочек губки, опять той же, из от посуды нарезанной. Ей я буду подкрашивать. Бокорезы, это для литончиков, чтобы отрезать. Литончики, причем я взяла двух размеров, получается, толщина. Вот для самих ягодок потверже. Активность определяется в автоматическом режиме. Нет, активность, Ирина, я буду определять по качеству, по заданным вопросам, по заинтересованности и вот тому подобного. Но никак не по количеству. Так, вот проволочка. Это у меня номер 26. Это у меня будет для ягодок. А для листиков я взяла вот 28 номер. Она довольно-таки мягенькая. Но так как у нас тут литончики, вот получается, совсем небольшие, то
Можно и помягче проволоку взять. Так, что нам еще нужно? Ну вот, можно зажигалку. Просто я немножко покажу тут метод обработки листиков. Так, клеевой пистолет. Потом масляная у меня пастель. Это мы листики будем тонировать. Ну, просто обычная зеленая. Вот, наверное, я, если честно, не помню, какой цвет я тут использовала. Нет, я использовала, наверное, вот этот вот. Это номер 232. Так, потом зубочистка. Это мы будем делать крепление для листиков. И зеленый, а, это вот синий фоамиран. Вот это у меня иранский, называется королевский синий. Он такой насыщенный, такой вот синий-синий прям. Можно взять голубой. Вот этот вот, допустим, вот видите, цвет в принципе не сильно уж отличается. Это по голубей немножко. Это и дело зефирка. Зефирка, он такой нежно-синего цвета, голубого, можно сказать. Вот. А вот это вот этот королевский синий, потемнее. Так, один размер проволочки. Нет, не страшно. Просто получается, я немножко ошиблась при заказе, когда заказывала проволоку в интернете, и заказала 28 номер. Я думала, самый тонкий это 30-й, оказалось, 30-й еще тоньше. Поэтому я вот эту потоньше проволоку использую для таких мест, где не нужна сильная упругость. Вот и все. Я имею в виду, что можете использовать вот разные, если у вас есть и такая, и такая. Так, и зелененький фоамиран. Вот у меня я взяла лайм, называется такой, он насыщенный, такой зелененький, приятненький. Вообще, под листики можете брать любую, потому что я вот сама с Урала, у нас тут вообще всякие разные. Черничные листики, я смотрела, они бывают темнее, бывают светлее, абсолютно разные. Так же, как и черника, бывает немножко разных оттенков. Так. Красивый цвет, да, мне очень нравится самой вот этот вот, он насыщенный такой, прям вот синий. Не зря он так называется, королевский синий. Это, кстати, у меня не иранский, это корейский. Но он какой-то немножечко вот грубоватый попался. Но нормально, для этого пойдет. Так. Пастель почему масляная? Потому что я люблю для листиков использовать только масляную пастель. И два, вот видите, у меня тут прожилочка вот посреди, да, листика идет. Ее очень хорошо закрашивать именно масляной. Можете, если у вас нету масляной, можете использовать сухую пастель, можете использовать акриловую краску, все, что хотите. Можно и масляную краску тоже, но она вот дольше сохнет. И я, если честно, масляную не очень люблю, знаете, зачем? Мне вот не нравится запах. Запах масляной краски, вообще вот прям вообще не могу даже нюхать ее. Даже свежая, вот абсолютно свежая, не нравится мне масляная краска, не вообще. Так. Татьяна, ничего страшненького. Потом как-нибудь решили бы эту проблему. Так что хорошо, что успели. Бывает такое, что где-нибудь зависает, и тогда лучше перезарегистрироваться быстренько, и все письма приходят. Так что так. Так, пистолет у меня еще чуть-чуть еще не согрелся, поэтому сейчас я включу презентацию. Если кто у меня не был, немножко похвастаюсь. Так, еще, девочки, пожалуйста, кто у меня ни разу не был на моих вебинарах, пожалуйста, поставьте нулик в чате, чтобы я знала. Так, ну давайте знакомиться. Меня зовут Елена Мирсанова, мне 40 лет.
Я живу в городе Сухолог на Урале. Кстати, тема конференции «Скрапбукинг» и «Фоамиран». Почему я выбрала именно чернику? Во-первых, получается, для скрапбукинга вот такие вот веточки с черникой очень хорошо подойдут. Вот поэтому. Так, ну что, я быстренько пролистаю, потому что очень много работ. Я думаю, наверное, меня презентацию уже переделают, потому что слишком много получается уже добавлено. Причем эти мало работ из старых. Очень много из новых появляется, так что... Ну, это, видите, даже не комментирую. В принципе, можно посмотреть, тут где из силикона, у меня даже подписано, из силикона. Правда, не все, конечно. Вот, теперь дальше пошел Фоамиран. В разные смешанные техники, различные ягодки, вот видите, кусочки арбузика. Вот это, если кто захочет, я вам покажу ее в реальности, как она выглядит. Это шкатулка с блинчиками. Такие блинчики, вот вишенки. Вот много получается, очень мне вообще нравится смешивать фоамиран, и это мы вот лисички на одном из вебинаров делали. Я все-таки дофотографировала эти лисички. Вот это вот роза. Кстати, у нее узоры не нарисованы, это выдавлено на лепестках. Это вот совсем почти последняя работа, потому что последняя работа у меня получается. Я толстянку сегодня доделывала. Так. Вот всякие разные. Тут мини-розочки, они очень маленькие розочки, буквально получается по 3 сантиметрика, а вот бутончики меньше сантиметра даже. Все маленькие. Вот это мы делали на прошлом вебинаре. Вот такую черничку мы будем сегодня делать. Вот это у меня заказывали веточку. Вот это вот черника из зефирного фоамирана, так как тут вот эти же цветочки, они очень маленькие, вот они по 3 сантиметра всего, поэтому черничку я сделала все-таки поменьше, чтобы было соотношение получше, поэтому я взяла зефирку. И внутреннюю вот эту вот часть из фольги, которую мы будем делать, я сделала еще меньше, поэтому они вот совсем небольшие такие. Видите, как черничка хорошо смотрится с такими розочками. Разные вообще различные композиции. Вообще очень нравится работать с фоамираном. Что с зефиром? Ну, зефирным вообще отдельная тема. Это вообще волшебный материал. И с таким иранским фоамираном, и с корейским. Вообще вот материал обалденный. Это мы делали зефирки жимолость. Так, это у меня уже идут работы учеников. Комментировать я тоже не буду. Я думаю, свои работы каждый узнает. Это вообще малая часть того, что делает моя ученица. Дело в том, что я в последнее время вынуждена выбирать работы по качеству фотографий самих. Потому что вот бывает присылают обалденные работы, но качество либо размыто, ну, плохо видно. Из-за этого приходится... Вернее, не приходится их выставлять в презентацию.
Если кому интересно, я могу вам рассказать, как делаю я фотографии. У меня обычная простая мыльница, причем довольно-таки дешевая. Никаких там накруток и различных действий я с ней не произвожу. А просто есть всего два маленьких секретика. Вернее, это даже не секреты, а просто два разных способа. Нет, даже три получается. Делать очень-очень-очень много кадров. Я делаю от 70 до 200 одной работы. Второй способ – это делать разные фоны с разных сторон. Потому что освещение бывает, вот можно словить иногда такой кадр, получается обалденный. Вот фотоаппарат иногда может поймать такие кадры. Вот. И я делаю все всегда практически редко. Редко я дома фотографирую на окошке. Я все всегда фотографирую на улице прям. Видите, сколько много работ. Вот даже вот тот же бабок Сандера. Вот немножко по-разному сделан. И уже вот вообще вот разное абсолютно получается. Так, ну все, я к вам возвращаюсь. Не люблю много показывать, потому что у меня вебинары все-таки проходят очень часто. И каждый раз одно и то же не люблю рассказывать. Так. Галина, вам нравится запах фома и масляной краски, а я наоборот не могу. Меня в автобусе это укачивает из-за того, что когда пахнет бензином, если. Так, ну рассказываю. Угу. Ну, я уже половину рассказала, да, как я фотографирую. Я просто беру какую-то работу, беру свою. Так, сейчас я, знаете, как быстрее покажу тогда, что фотоаппарат. Чтобы уж. Вот, у меня обыкновенная, вот ей, наверное, сколько этому фотоаппарату ему, как бы не соврать, наверное, лет 7. Вот. Обыкновенный фотоаппарат. Просто у тебя батарейки вставила. Батарейки, кстати, я купила зарядник для батареек и купила аккумуляторные батарейки. Поэтому хватает на очень-очень много, я их просто заряжаю. Но заряжать нужно не менее. Лучше где-то часов 12. Вот. Ну вот, смотрите, фотоаппарат я включила, да? Так, чтобы тут поставить, чтобы немножко хоть что-то у меня тут отражалось. Видите, тут получается, я поставила матрицу. Тут вот такой вот цветочек должен быть. Также я ставлю на режим, вот режим съемки. У меня написано «Четкие снимки при съемке цветов». Вот такой режим я выбираю. Все, больше я ничего не ставлю абсолютно. Ничего не меняю. Еще вот есть функция «Зум». Приближение и удаление. «Зум» я ставлю. Всего вот один раз нажимаю. У меня вот, ну, чуть-чуть всем приближает. Всего на одну черточку ставлю. Все. Больше я ничего не меняю. Так, девочки, насчет этого все понятно. И делаю, я говорю, что я делаю очень-очень-очень много кадров. Потом просто перекидываю их на компьютер и смотрю, как они там. Да, макросъемка называется, вот цветочек вот этот вот. Все, единственное, что я тут поменяла. Больше ничего. И никакой, самое главное, никакой вспышки не должно быть. Ни в коем случае. Потому что от вспышки все бликует и искажается, особенно вот такие работы. Так что вот, я думаю, все понятно будет. Так, заряженные батарейки я фотоаппарате не храню, иначе не быстро разряжается. А, ну все, у меня пистолет нагрелся,
Все, я все вам показала. Сейчас начнем делать сами ягодки. Так, ну, я так думаю, кто у меня отвечал, да, что вижу, что много кто будет делать со мной на месте. Так что начнем. Так, я отрезаю кусок фольги. Я всегда режу ножницами. Заодно я хочу и... Ну, вот мы сделаем ягодок. Сколько тут вот у меня хватит? Так, шириной полоска у меня 5 сантиметров. Тут вот чуть повыше, не очень ровненько. Тут 5,5 получилось. А, большое количество кадров, потому что получается, понимаете, я вот, когда их фотографирую, я фотографирую с разных сторон. Бывает, вот буквально на миллиметр даже отодвинешь фотоаппарат, кадр получается абсолютно другой. Потому что как ляжет свет, как будет смотреться фон, все это имеет очень большое значение. И фотографирую всегда со всех сторон, но ни в коем случае, чтобы свет солнца, вот, допустим, не падал напрямую на изделие. Где-то немножечко, где-то чуть сзади, где-то сбоку, вот так вот нужно. Но ни в коем случае не в лоб. Так, вот мы отрезали. Так, сейчас я отрежу. Я, как обычно, забываю, какой размер. Так, это у меня 5 на 5. Сейчас я сделаю. Угу, вполне хватит. 5 на 5, и как раз будет черничка у меня средняя между вот этим и этим, потому что это очень большая, это все-таки маловато. Так что 5 на 5 делаем. Отрезаем. Получаются такие квадратики сейчас. Сколько у меня тут квадратиков получится, только и я вот так и сделаю. И просто сминаем и делаем шарики. Я вообще, когда фотографирую, получается, у нас двор очень большой, различные деревья, какие-то пенечки есть. Я-то в глубине там у нас как бы типа сада, получается, нашла такое корявое, прям такое интересное дерево, вот на нем тоже интересно фотографировать. Иногда фотографирую на соседских машинах, особенно на светлых, получаются обалденные фотографии. С разных сторон, но я, конечно, аккуратненько ложу, чтобы соседи не заругались, но мне кажется, они уже привыкли. Ни разу никто мне ничего не сказал. Потом фотографирую на фоне у нас кирпичные дома, на фоне кирпичные стены, какие-то там плиты у нас есть, какие-то бревна, вот все абсолютно использую. На фоне неба фотографирую. Поэтому очень-очень много кадров делаю. Можно какие-то старые доски использовать, на них фотографировать. Кстати, очень классно получается вот зум вот этот вот включать, приближение делать, когда у вас фон задний находится не менее полметра от вашего изделия. Тогда получается фон такой размытый и красиво получается еще. Городок. Нет, Татьяна, вы потом после вебинара зайдите, пожалуйста, на в интернет. Там есть вот фотографии. У нас очень красивый город, но я же живу за городом. Вот, у нас вообще получается очень чистый город, во-первых, особенно вот в самом городе. У нас есть и фонтан такой большой, и площадь, и даже Ленин у нас есть. Так, ну вот у меня получилось 6 комочков. Так, я их еще немножечко покатаю прямо так об стол. Они тогда получаются более такие...
плавные, особенно если делать из зефирки. Потому что зефирка довольно тонковатая, и она очень легко может порваться. Поэтому лучше катаем об стол, и будет поровнее. Не знаю, может, есть какой-нибудь другой способ покатать, но я как-то... Мне сразу этот понравился, я другой даже не рассматриваю. Так. Ну вот. Все, я все обкатала. Теперь берем фоамиран. Тот, из которого мы будем делать ягодки. Вот тут, видите, у меня, видите, как сморщено? Это я уже делала. Можно вот эти места немножечко оборвать, даже убрать. Я никогда не делаю кусочков, так как получается очень много обрезков, ну и мне как-то не очень удобно почему-то. Я делаю прям вот цельного куска фоамирана, ягодки всегда. Тут у меня тем более получаются не очень большие. Сейчас разглажу все, которые предыдущие у меня были. Было поудобнее. Вот. Берем ягодку. Кладем ее в то место, где я буду делать. Смотрю, чтобы у меня с запасиком было. С нормальным таким запасиком. Ага, получается, вот тут у меня хватит. Для того, чтобы получше растянуть, сразу говорю, с зефиркой так делать не обязательно, как я сейчас делаю вот с этим фоамираном. Собираю такой уголочек и немножко вот прям руками пожамкаю, чтобы он стал у меня помягче. Видите, у меня луночка такая вышла. Ложу туда заготовку. И чуть-чуть поподкручиваю. Если делаете из зефирки, просто вкладывайте и вот так немножечко покрутить. Сильно не переборщите с зефиркой, все равно у нас она довольно-таки легко рвется. Так, все-таки получится вот такие вот ягодки, не очень большие. Ну ладно. Так что смотрите, вот это получается где-то, ну, чуть-чуть меньше, чем крупная черника, вот сейчас, которая 5 на 5, если делать. Если делать 6 на 6, тогда получится сам тот размер. Вот немножко все-таки я помельчила. Да, Ирина, я делаю коллажи, я фотомонтаж практически никогда не использую, редко-редко, когда у нас пасмурная погода, только чуть-чуть иногда высветляю. Вот. А, да, коллажи делаю, я размещаю фотографии на одной с разных ракурсов. Вот получается, из всех вот этих вот, допустим, в среднем 150 кадров получается, выбираю всего 5-6 фотографий самых лучших. Так, вот я вложила туда, там пускай у меня остается. Раскрываем, рукой я держу. Наливаем сюда прям клей горячий. И опять закрываем и закручиваем. Сначала в одну сторону кручу, и тут же в другую. И немножко вот прям пальчиками мы подправляем. Немножечко все равно получается, вот небольшие складочки остаются, если делать из иранского или какого-то, но совсем небольшие. Так, вот у меня остыло, я подрезаю, вот прям ровненько по ягодке, вдоль ягодки получается как бы. Все, у нас ягодка готова, мы туда-сюда делать не будем, обматывать. Так. Диаметр у меня получился 7 небольшой, где-то 7 миллиметров. Теперь я для того, видите, когда мы делаем, все равно получается у нас как бы в длину она увеличивается вот из-за этого хвостика. Делаем на стол и просто вот пальцем немножко прижимаем. Все, она у меня получилась кругленькая с хвостиком. Видите? Видно? Теперь для чего у меня вот пинцетик?
Ну, в принципе, вот тут у меня даже красиво так получилось, можно даже не делать. Но иногда даже нужно вот пинцетом от середины наружу просто вот сделать такую как бы бахрому. И вот получилось, вот как у чернички идет вот серединка. Вот такое. Все, практически ягодка готова. Так что, девочки, если что непонятно, обязательно спрашивайте. Делаем следующую ягодку. Я кладу, чтобы было понятно, где мне тут делал уголочком. Перетираю. Вот когда, кстати, перетираешь, получается, вот тут, это у меня вообще получается первый самый образец, большие довольно-таки складки получились, потому что я вот так вот не жамкала. Сейчас вот я жамкаю, и намного лучше получается, складочек практически нету. Клея нужно не очень много. Но даже если вы немножко переборщили, ничего страшненького. Если будет клей торчать, мы его все равно будем закрашивать, это место. Так что все равно не будет видно. Так, если даже у вас вот немножко получилось чуть-чуть, вот, допустим, даже вот этот же корейский фоамиран, немножко складочка, да, берем зажигалкой, чуть-чуть нагреваем, совсем немножко, сильно не нагреваем, потому что он сильно ужимается, и вот прям немножечко заглаживаем, все. Так. Чтобы она не была такая... Черничка, она даже немножечко как бы слегка плоская ягодка. Вот, видите, вторая готова. Немножко делаем форму пинцета, как бы отковыриваем, получается, от серединки вот таким способом. Все, вторая черничка готова. И не знаю я, вот сколько этих ягодок Ирина сделала. Ни разу мозольку не получила, потому что тут, я не знаю, где тут можно мозольку заработать. Тут вот если перекручивать, может, имеете в виду, что вот это место, так я просто кручу, я не перетираю, я просто вот тут подкручиваю фоамиран. Даже в одну сторону не обязательно туда-сюда даже делать. Не знаю, тут где, от чего может быть мозолька. Сейчас я вот я ее одеваю, в одну сторону закрутила, как конфетки мы закручиваем. Перевернула, в другую сторону закрутила. Все. Нет, бахрома возле хвостика. Как объяснить-то? Вот название, чтобы было понятно. Бахрома у нас получается на краешке чернички. У нас все равно получается, да, вот этот вот хвостик мы обрезаем, из него у нас остается бахрома. И чтобы она была более такая вот аккуратненькая, более похожая все-таки, мы ее пинцетиком немножко раздвигаем. Вот у меня получился довольно-таки вот тут длинный хвостик остался. Все. Приминаю, чтобы она не была у меня такая плоская. И хвостик. Вот этот как бы я его раздвигаю.
Если когда начали раздвигать, видите, у вас какой-то он слишком такой длинненький. Немножко можно либо подпалить зажигалкой, либо просто слегка обрезать. Все. Следующее готово. Да, подрастянуть получается фом. Мы его не вот так вот растираем, как мы обычно делаем, туда-сюда. Нет, я просто вот прям хвостик этот закручиваю. Этого вполне достаточно, так как ягодки не очень большие. Соответственно, чем больше ягодка, тем больше нам нужно закрутить. Вот просто закручиваю. И то даже немножко, вот ну сколько там я, раза 4, наверное, закрутила, и все, хватит. У нас получается такая луночка, и мы эту луночку вот эту засовываем. Внутри фольга. Мы сделали кусочек фольги 5×5, но у меня получилась как-то мелковатая такая черничка. Можете сделать 6×6, тогда нормально. При прокручивании фом рвется, но поаккуратнее тогда немножечко просто. Значит, сильно так интенсивно не крутите поменьше. Значит, у вас все-таки он тоненький совсем. Но это, сразу говорю, вот это вот прокручивание нужно только для иранского или корейского фоамирана. Для зефирки оно не обязательно. Зефирка, она очень тоненькая сама по себе. Ее не нужно так накручивать, скручивать. Так. Да, ягодки у меня получились какие-то мелковатенькие. Хотя, вот этот я, допустим, вот смотрите, ягодку сделал, у меня получилось внутри аж видно клей. Пускай будет видно. Я его все равно закрашу. Так, немножко выровняю стол, чтобы она была покруглее. Вот у меня осталось всего 2 ягодки. Делать не сложно. Из зефирки я вообще делаю еще быстрее, потому что не нужно вот тут вот эти прокручивания не нужны. Иранский, значит, у вас немножко глина, он тонковатый. Ну, поменьше силы тогда применяйте. Так. Так, это у меня не иранский, это у меня корейский. Называется королевский синий. Есть такой фоамиран. Он даже особо для него не нужна тонировка. Он сам по себе очень красивый такой цвет. Можно любой взять, любой синий. Все равно мы будем подкрашивать, делать такие переходы. Потому что черника, она все-таки не идеально такая прям синяя, что одного тона и все. Она как раз именно разноцветная, как бы. Кстати, на зефирке вот эти хвостики еще меньше получаются. Их даже можно и не раздвигать. Вот я вот эту вот ягодку делала, но видите, вообще маленькая-маленькая совсем серединочка. Я даже не раздвигала. Так, у меня осталась последняя ягодка. Так. Ну, не знаю, у меня бахрома, в принципе, маленькая, мне кажется, совсем вот получается. И то, что ягодки маленькие. Может, можно прогреть, не знаю, я не пробовала. Так, осталась последняя ягодка у меня. Я сделаю 6 только. Мне хватит на сегодня.
Пенопластовые шарики, можно пенопластовые шарики? Но мне чем нравится, я говорю, что пенопластовый шарик, вот когда вот я формирую ягодку, да, я ее сделала, я могу ее изменить немножко форму. Если пенопластовый шарик, я уже так форму не смогу изменить, и она будет немножко как бы такая ягодка удлиненная. Обычно черника такой не бывает. Она, наоборот, плоская как раз. Ну, если честно, еще вдобавок эти пенопластовые шарики. Если у вас есть, очень хорошо. А у меня нету, и они довольно-таки дорогое удовольствие, эти пенопластовые шарики. Фольга получается намного дешевле. И вот такие. Так, вот у меня получился. Опять длинный хвостик остался. И ему немножечко. Зажигалочка. Все. Вот видите, получается, если бы был пенопластовый шарик, я бы вот так вот сделала, видите, он немножко длинноватый в длину. Я ставлю его на поверхность, кверху вот этой вот бахромой, и пальцем вот прям раз нажимаю. И он получается у меня... Так, ягодка у меня убежала. Ладно, потом достану, доделаю. Так. Так. Думаю, все понятно. Так, сейчас... Нет, все-таки я ягодку достану. Жалко ее. Все-таки доделать. Это рождите на это. Все, нашла. Детальки все-таки очень маленькие. Так, теперь будем садить ее ягодки на литончики. Так, берем ту проволочку, я взяла, которая у меня более такая упругая. Дальше берем небольшую иглу. Примерно, чтобы она по толщине была чуть толще, чем проволочка. Так, что мы делали пинцетом? Пинцетом мы выколупывали серединку, можно сказать так. Просто вот получается бахрома, которая у нас получалась, мы ее вот выгибали, чтобы у нас красивая бахрома это была. И чтобы вот такая вот посерединке у нас получается луночка, а бахрома идет наружу. Вот. Так, берем теперь иголку. И с нижней стороны ягодки протыкаем, но не расширяем. Так, главное проткнуть посерединке. Так, я что-то как-то немножко промахнулась. Кривовато сделала. В общем, зажигалка, дырочку закроем. Тут главное сделать ровненько. Ягодка у нас не была кособокая. Вот просто я проткнула буквально на миллиметрика, наверное, на 3. И каждую ягодку нужно просто проткнуть, не расширяя. Проткнули, убрали. И вот делаем такие дырочки внизу у каждой ягодки. Все. Так. Какой фоамиран закручивается? Знаете, как бывает? Есть корейский 0,6 миллиметров, он очень хорошо тянется.
Вот. А есть даже иранский фоамиран, вообще отлично тоже тянется. Знаете, как какой попадет? Наталья, как мое здоровье? Гундосил до сих пор в нос заложен. Особо не пробивает, кашель порой. Ну, уже намного, конечно, лучше. Спасибо. Так. Теперь нам нужен. Я буду использовать горячий клей. Удобнее, конечно, использовать секундный. Намного удобнее. И аккуратнее будет. Но вот я хочу именно показать, как сделать горячим клеем. Так, выдавливаем на кончике пистолета. Берем нашу литончик наш. Немножко обмазываем клеем. И засунули. У нас получается вот излишки клея вылазят. Мы их убираем. Все, ягодка у нас закрепилась. Если у вас проволока не обмотанная, вот такой бумажной, не в бумажной обмотке, а просто простая, тогда на кончике обязательно делайте маленькую петельку. Так. Ну и я обрезаю. Примерно я оставляю, сейчас скажу, сколько. 3 сантиметра. Мне достаточно. Если, конечно, делать секундным клеем, еще лучше обмакиваем кончик, втыкаем, все, больше ничего не нужно делать. Еще проще, чем вот с таким клеем, потому что клей немножко все-таки излишки остаются, нам приходится их руками убирать. Небольшой все равно вот чуть-чуть еще остается, но тут ничего страшного. Во-первых, мы литончиком, ой, будем лентой заматывать. Во-вторых, мы сейчас будем окрашивать, и у нас не будет вообще этого видно клея. Так. Так, как делать из эфирного материала? Все точно так же, вообще точно так же. Ничем не отличается. Только единственное, я не сминаю зефирка, просто у меня вот сейчас ее под рукой нету. У меня убрано. Если останется немножко у нас времени, тогда покажу. А так вот точно-точно так же получается. Точно такие же ягодки. Единственное, тут немножко вот эта махрушка получается немножко поменьше. Компот из них ягод варить. Ну, не очень советую. Лучше все-таки натуральные. Так. Нажалась. Лисички, да, но еще думаю, может это еще другие грибочки какие-нибудь делать. Какие планы на чернику? Даже не знаю, но вот она классно смотрится вообще с любыми цветами. Как говорится, будет заказ, у меня уже есть. Очень удобно. У меня, потому что очень часто заказывают именно вот универсальные веточки для причесок, для заколок. Вот даже частенько просят ничего вообще не приделать, никакое крепление. Они потом сами их садят куда хотят. Так, все, последняя веточка. Ой, веточка, ягодка.
Так, все, теперь нам нужно окрасить их. Так, окрашивать зависит от того... Так, пистолет я пока не выключаю тогда, потому что мы еще будем листики еще делать. Пускай он пока постоит. Так, окрашивать будет зависеть от того, какого тона вам нужна черничка. Темнее, светлее. И какой фон все-таки у вас был изначально. Боровичков сделать можно, да. Бусинки для ягодок. Ну, опять же повторюсь, бусинки не смять вот так вот. Они получаются немножечко чуть-чуть не той формы. Можно и бусинки. Так. После скручивания и приклеивания отрезаем у самой ягодки или 1 мм отступаем. Я практически под самую ягодку обрезаю. Тут даже 0,5 мм. Получается, остается. Пускай в серединке даже клей видно. Мы будем все равно его закрашивать. Так. Берем акриловую краску синюю. Кусочек губки. Так, я сразу приготовлю другой кусочек губки, чтобы на нее все это втыкать. Видите, у меня я набрала не очень много краски, совсем немного, даже многовато немножко нужно. И беру вот таким образом. Просто чпокаю, окрашиваю ягодку. Самое главное серединку, где у нас клей, чтобы у нас закрасилось. Если брать белый, допустим, фоамиран, тогда понятно, что закрашивать придется окрашивать на два раза. Поэтому лучше вот синим сразу использовать. Тут, видите, основание я сразу прокрашиваю. Бетончик пускай замазывается. Ничего страшного, мы там все равно будем все это залеплять. Вот самое главное прочпокать серединку, чтобы где у нас клей, не было видно. Так. Ой, вообще эти чернички можно вообще хоть куда. Во-первых, получается цвет у них такой насыщенно темно-синий. Он очень хорошо подходит, допустим, к желтым, к розовым цветам, к белым. Обалденно смотрится. Так. Да, черничная свадьба. Вообще классно. Наталья, хорошо, постараюсь. Я не часто болею, но вот все-таки иногда бывает. Так. Нет, литончик мы, Тамара, приклеиваем с обратной стороны. Где мы отрезаем, это у нас верхушечка. У нас получается, мы формируем вот такой вот, как на черничке, хвостик. Сверху идет у черники. У черники, у голубики также можно сделать. Только голубика просто размером побольше. А она, по сути, то же самое. И немножко ее побольше нужно будет голубику подтонировать белым. А так то же самое абсолютно. Вот это вот, по сути, получается вот это вот. Это практически голубика. Большого размера оно у меня получилось, когда я экспериментировала. Вот я втыкаю их в губку. Так. А, кстати, я раньше, Наталья, тоже втыкала в пенопласт.
Но почему-то вот в такую губку мне почему-то втыкать оказалось легче. Тоже раньше пенопласт втыкала в кусочек. Так, все, я окрасила свои ягодки. У меня немного шашточек. Все, теперь пускай они пока сохнут. А мы сделаем с вами листики. Так. Так, сейчас я возьму другую бумажку еще. Тут вокруг закрыть. Вот это у меня как раз какая-то накладная от товара, что я покупала. Вот мы ее как раз сейчас используем. Ну что, у меня тут, видите, краска. Вот. Так. Как видите, я человек такой экономный, даже накладные никакие не выкидываю, я их использую, потому что очень много бумаги уходит на тонировку. Так, теперь берем зеленый фоамиран. Так, под размер вот этих вот ягодок, все равно все-таки даже ягодки, когда... Даже пускай меленькие, листики совсем-совсем мелкие, не очень хорошо смотрятся. А примерно нужно, чтобы они размером где-то были вот соотношения. Так, сейчас покажу. Вот, примерно вот такое вот. Тогда они вот в композициях очень хорошо смотрятся. Поэтому отрезаем полоску фоамирана. Вот я сильно много листиков не буду делать, так как они у меня наделаны. Так, так, так. Я, как обычно, отрезаю с помощью линейки и канцелярского ножка. Сейчас я отрежу и скажу, сколько это длина у меня. Потому что я обычно, как всегда, все делаю на глаз. Даже не знаю, сколько это у меня будет. Так. Ширина 1,5 сантиметра. Наталья, да, у каждого мастера свои способы, но вот мне вот именно вот такая черничка понравилась. У нас вот такая растет. У нас на Урале растет вот такая черничка. Не именно углубление, чтобы просто было и все, а именно вот у них вот по краям вот типа таких хвостиков. Так что будем считать, что мы сегодня делаем уральскую чернику. Так, теперь... Чтоб немножечко подлиннее у нас листики все-таки были. Вот я опять же нарезаю на глаз, как обычно. Ширина получается 1,5. Длина 2-2,5. Сгибаем пополам. И просто получается вот... Вот такого вида листики делаем. Они не должны быть прям вот сильно-сильно остренькими, но и не совсем плоские краешков. Немножко. Получаются вот такие пухляшки. Вот прям как вот рука кладется, ложится у меня, такие я и делаю. Они не бывают абсолютно одинакового размера.
Потому что мы будем немножко загибать, поэтому они у нас получатся такие поуже чуть-чуть. Да, Оксана, вот уральские пельмени. Кстати, обожаю наших уральских пельменей, всегда их смотрю. Вот. Так, теперь берем зубочистку, проводим посерединке листика полосочку. Я разглядывала нашу чернику, опять же. У нас особых вот таких зазубринок по краям нету. Там, если вот очень-очень только приглядеться, вот эти вот бока-то ответвления, которые есть в основном, вот посреди полосочка и все. Так, и берем пастель масляную. Самое главное, чтобы пастель немножко отличалась по цвету от основного. И мажем. Все. И получается, за счет того, что я мажу прям вот карандашиком, у меня серединка, вот это вот рисуночек остается. Его очень хорошо видно. Точно так же делаем с другой стороны. Но уже не так сильно, немножко поменьше, и можно прямо пальчиком растушевать. С обратной стороны, по сути, делаем только небольшой тон. Обратная сторона получается посветлее. Совсем немножечко. Так. А Наталья в Сибири тоже такая же растет. Да, очень хорошо. Да, вот именно мне больше нравится она с такими хвостиками. Как-то более, мне кажется, живая, что ли. Так, все, я подтонировала. А, нет, я еще, знаете, как сделаю. Я обычно люблю очень тонировать краешки красненькие. И черника тоже, вот я не обхожу ее стороной в этом плане. Чуть-чуть совсем, вот самую верхушку у листика. И только с лицевой стороны. Вот вообще, вот чуть-чуть совсем. Вот какую вы решили, какая у вас сторона будет верхней, в смысле, где вверх у вас листика, там и подкрашиваем. Чуть-чуть совсем красненьким. Далее берем двойной листочек бумаги. Я просила приготовить листок бумаги А4. Я его сворачиваю пополам. Вот видите, у меня тут уже были использованы листики. И берем, включаем утюг. Силиконовые молды я... Как именно, я не буду рассказывать, потому что это было одно из тем на одного из вебинаров, поэтому рассказывать я даже и не могу. А силикон – это силиконовый герметик. Так, вот под низ я подкладываю досочку, потому что у меня тут стол такой мягенький, не очень подходит. Вот получается, я свернула листочек А4 пополам и сюда вложила наши листики. Сейчас мы их будем истончать. Истончать будем очень быстро. Буквально вот у нас утюг нагрелся между двойкой и тройкой. С одной стороны прошлась, перевернула, прошлась. Все, больше ничего не надо делать. Глажу я с нажимом. Чем сильнее, тем лучше. Просто вот так раз кругом, перевернула с другой стороны, раз и все, достаточно. Если будете сильно-сильно ужаривать, у вас получатся отличные листики, но маленькие.
Даже эти у меня, вот один, видите, вообще ужарился как сильно. Зависит еще от фоамирана. Кстати, оливковый фоамиран почему-то так сильно не ужаривается. Так что, девочки, знаете как, попробуйте на парочке листиков, как у вас ужарится, потому что зависит все-таки, да, от фоамирана. Если сильно ужаривается, то размер тогда просто делайте побольше. Вот и все. Так, теперь немножечко их оживим. Складываем вот изнаночной стороной вовнутрь, где у нас полосочка. И немножко поподтянем. Все. Так, где лицевая. Главное, смотрим, где у нас вверх, где низ. И немножечко подтянем. Сильно не надо. Совсем немножечко. Чуть-чуть. Так, этот, видите, у меня как аж ужарился сильно. Вот таким маленьким карапузиком. Тоже хорошо. Так. Это на листике я обычно использую иранский фоамиран. Вернее, это, да, это иранский у меня. Можете зефирный взять, если хотите. Но я на листике как-то вот не очень люблю использовать зефирный. Он как-то, мне кажется, для листиков мягковат. Все, теперь будем садить на литончики. Берем вот проволоку для тех литончиков. Переворачиваем листик наоборот. Делаем такой лодочкой, складываем. Это для тех, кто делает с горячим клеем. Потому что нам нужно пальчики приготовить. Вот эту вот ложбиночку сделать. Чтобы очень и очень быстренько сюда положить проволочку с клеем и сжать. Клея нам нужно совсем немножечко. Если мы не успеваем, как говорится, донести, у нас клей просто застынет и будет уже, как говорится, напрасно отлято времени. Поэтому приготавливаем. Делаем ложбиночку посреди. Чуть-чуть мажем горячим клеем и зажимаем. И сразу же вот эти вот все сопельки, вот эти вот лишние, убираем. Если, причем я зажимаю таким образом, чтобы у меня пальцы оказались выше даже листика. За счет этого у нас излишки клея выделяются. И мы их можем просто вот, если много получилось, просто срезать ножницами. Все. И литончик я оставляю совсем маленький, буквально где-то сантиметра 2-2,5, не больше. Нам очень длинные не нужны. Так. Да, Галина, мне тоже понравилось. Я один раз просто не помню, как-то давно уже что-то пробовала делать. Мне тоже так понравилось. И получаются листики такие вот на вид более натуралистичные, и не нужно мучиться мять их там, что-то истончать, никаких мозолек. Все. Вот все, листики у меня получились. Так, листики, в принципе, у черники, они такие, не сказать, что сильно прям блестящие. Так, сейчас я пистолет выключу, он мне, наверное, не нужен уже. Или я вообще-то обещала показать, как сделать из зефирного. Так, ладно, пока оставлю. Так, корейский фом, да, точно так же можно истончать.
Самое главное, что проверьте на одном листике, допустим, насколько он истончится и насколько он ужмется, потому что зефирный, вот многие спрашивают, как определить, зефирный помиран или нет. Я определяю, каким образом. Отрезаю кусочек, его также проглаживаю. Корейские, иранские и другие помираны, они съеживаются. Зефирный нет. Вот еще. Ирина, это Галина имела в виду, что вот каким способом сейчас вот пожарили листики, этот способ и есть. Да, Оксана, у меня с собой аллергия проявилась, правда, давненько уже, и я стараюсь как можно больше использовать горячий клей и как можно меньше секундный. Но иногда бывает, что вот без секундного все-таки не обойтись. Бывают такие. Так, ну вот, мы это сделали. Так, у нас, смотрим, высохло, не высохло. Немножечко, еще чуть-чуть. У меня черник еще не подсохла. Вспомнила, о чем я начала говорить. Желательно бы листики эти покрыть еще лаком акриловым. Вот у меня вот тут вот достаточно на один раз, чтобы было вот, причем тоненьким слоем, чтобы был небольшой такой блеск, совсем небольшой. Так, сейчас мы еще обработаем литончики. Так, смотрю, каким цветом. Тейп-лента. Вот тейп-лента у меня хранится в таких мешочках. Я думаю, все уже, наверное, видели. В мешочке, и тут лежит влажная салфетка. Вот она уже у меня подсохла. В принципе, можно ее уже и опять намочить. Я ее не постоянно мочу, а время от времени. Так, что-то никак не могу подобрать. Тут я не помню, каким я делала. Вот чем хорошо, по сути, получаются эти мастер-классы. У меня память не очень хорошая. Получается, я и себе еще памятки делаю, как вот это сделать. Потому что иногда что-нибудь рождается вот прям в процессе. Какие-то мысли приходят. Так, это у меня разрезано на три части. Чем уже полосочка, тем тоньше получается обмотка вот этих литончиков. Так, как видите, у меня даже, видите, прям к пальцу прилипает. Кончик я обрываю всегда. Не обрезаю, а обрываю. И просто обматываем. Поэтому я не использую клей для обмотки. Так, не хочет. Потому что у меня довольно-таки хорошо приклеивается. Даже к пальцам. Проматываю я буквально где-то сантиметр достаточно у листика, потому что на веточках листики, они совсем на маленьких черешочках таких, не на больших. Так. Галина, да, ну вот правильный способ. Так, зачем влажная салфетка в пакете? Для того, чтобы не пересыхала тейп-лента. И она была очень клейкая. Она вот у меня даже прилипает вот к пальцам. Я не использую клей вообще. Несколько раз мне приходилось переделывать, перематывать, как говорится, конструкцию, получается, на веточке, допустим, вот намотала, либо мне не нравится, либо клиенту нужно перемотать.
приходилось, тейп-лента уже, она не хотела разматываться, потому что она уже сильно прилипла, приходилось ее просто разрезать. Так что проверено точно, что за счет такого хранения получается у нас очень хорошо повышает свойства этой тейп-ленты. Так. Ага, Татьяна. Ну вот, да, экспериментировать, смотрите, потому что бывает, во-первых, разного качества бывает попадается фоамиран. Бывает вроде написано иранский и иранский тут же, а они разные все равно бывают по качеству. И по толщине, и по качеству бывают разные попадаются. Так что тут нужно на одном, двум листике посмотреть, как получится, а потом уже смело делать. Так. Цвет, тут даже, это я взяла королевский синий, потому что у меня такой есть, а можно взять совершенно другой, просто синий, можно просто голубой и подкрасить его, все. Можно даже белый взять, но тогда нужно подкрашивать на два раза. Так. Ладно, пока у меня тут подсыхает, я сейчас покажу. Сейчас принесу фоамиран. Раз обещала показать ягодку на... Вот у меня зефирка. Видите, как? Это как раз ягодки делала. Видите, у меня такая красивая бахрома. Так. Беру фольгу, ножницы. Наталья, пожалуйста. Как я сама пришла к этому методу, то, что вот храните в мешочке, мне один раз я купила, и мне пришла просто пересушенная тейп-лента, вот прям вообще сухая, я не знала, что с ней делать. Вот. Девочки в интернете советовали, так вот, делала 6 на 6, вот фольгу. Получилось как раз вот немножко побольше размером ягодка. По сути, само того было. Так. И, получается, девочки посоветовали увлажнить, получается, водой. Я взяла влажную салфетку и прям вот этот весь рулончик туда завернула и засунула в мешочек. Ну что, как термо получается, все равно же там побольше, воздуха меньше попадает, значит, влажности побольше чтобы было. И все, и с тех пор так и делаю. Так. Ну вот у меня зефирная фоамира. Так, сейчас я клей приготовлю. Клей я тоже тут использую горячий. Точно так же. Кладу. Как видите, я уже не истончаю, а просто вот повернула один раз в одну сторону и немножко в другую. Тут вот зефирка, нужно быть все-таки поаккуратнее, она довольно-таки тонкая, если два раза туда-сюда повернули, она может и порваться. Так что истончаем совсем чуть-чуть. Точно так же открываем. Сюда немного клея. И подкручиваем. И причем я еще беру вот прям пальчиком. Вот где у меня этот хвостик заканчивается, где я буду в каком месте обрезать, я прям еще накатком придавливаю. И обрезаю прям вот впритык ягодки. Все, получилось точно такая же ягодка, немножко другим цветом. Если ее подкрасить синеньким,
Вот видите, голубой получается, по сути, фоамиран. И немножко также, немножко делаю ее пошире. Вот. И посреди получилась вот тоже такая же пимпочка. Но я пинцет тут уже не использую, потому что тут, ну, можно немножечко, чуть-чуть. Что-то можно, да. Там я не использовала. Чуть-чуть немножечко расширить. Делать такое более с бахромой. Все. Как видите, один и тот же способ, что зефирка, что иранский, там, корейский, любой. Так. Все, я пистолет выключаю. Он мне уже точно не нужен. Так, теперь нам нужно докрасить вот эти наши ягодки. Нет, давайте сейчас тут с листиками дозакончим. Так, так как я тонировала, а тейп-ленты немножко другим цветом, я беру ту же самую пастель, которую я делала, вот, тонировала листики, и немножко вот подкрашу тем же самым цветом, вот где у нас черешочки, причем немножко даже заходя на сам листик. Немножко намазываю и пальчиками размазываю, растушевываю. И получается такой вот в этом месте плавный переход. Не такой резкий переход цвета у нас уже нету. Так. Из зефирки получалась голубика. Ну, потому что голубым цветом. Так. Да, с зефиркой, в принципе, проще работать, не нужно вот по 10 раз, но не у всех есть зефирка. Поэтому я взяла и сделала из такого. Так. Ой, Светлана, не знаем. Липкие свойства потеряла. Если мы ее еще, наверное, посильнее посушим, она вообще у нас высохнет совсем. Не знаю, я восстанавливаю как раз наоборот с помощью воды. Та получается, она очень-очень такая липкая, и как раз наоборот, она когда высыхает, она вообще вот намертво прилипает. С лежачим пистолетом, в смысле, с горячим клеем-то, а что с ним будет? Нет, у меня было один раз, взорвался пистолет. Ну, кстати, взрывается без разницы, что дешевые пистолеты, что дорогие. Так что разницы нету. Оксана, откуда такие таланты? Так, ну вот, допустим, у меня прапрадед был ювелиром. Бабушка моя с маминой, по маминой линии, была учительницей, заслуженным даже учителем. Так, ну это вот чисто может по генетике. У меня младшая тетя отлично рисует, художник. Ну, в общем, у нас много-много-много разных талантливых людей, именно вот связано с творчеством. Так, так что это, наверное, скорее всего, генетика играет. Все, теперь берем. Я возьму то же самое. Ладно, немножко перепачкаюсь, ничего страшного. Берем белую акриловую краску. Нам ее нужно совсем немножечко. Так, откручиваем. Не хочет. Макаем чуть-чуть в акриловую краску. И нам ее нужно вот прям растушевать на листике. Нам нужно ее совсем немножко, чтобы у нас осталось. Я вот прям кладу ягодку на листик, чтобы не так удобно было. Даже я немножко переборщила с белой краской. Сейчас это исправим. Вот у меня с той стороны синенькая еще немножко осталось. Сейчас мы
Делаем такой. Нам надо сделать чуть-чуть совсем, чтобы налет был. Причем по бокам, серединку не трогаем. Поэтому вот растушевать вот эту белую краску нужно очень-очень сильно, чтобы практически ничего не оставалось. Было совсем-совсем чуть-чуть. Если видите, что многовато, то просто берете, подкрашиваете опять же синеньким чуть-чуть тоже. Также. Все, и получается такой вот интересный эффект, небольшой такой налетик на ягодках. Ну, вот у меня вот следующий уже нормально, краски не очень много. Уже подкрашивать не нужно. И цвет уже получается не прям такой ярко-ярко-ярко, такой синий, но совсем другой. Вот я так думаю, на камере все равно не видно вот это вот, а вживую все равно заметно, что ягодка получается таким небольшим налетиком белым. Да, Галина, это у меня дочь приезжала, у нее был день рождения, и она вот прям все образы, все это она заранее продумала, как это все будет. Причем мы создали всего 6 образов, и то от этих образов мы так устали, как будто мы вагоны разгрузили. Очень тяжелые, оказывается, вещи эти фотосессии. Вот все задумки это ее. Причем это у меня выставлены даже не все фотографии ее, только с моими работами. Там еще было еще дополнительно. Ну, дочь была в качестве модели, а мама была фотографом. Собрала все колючки на себя. Ну, зато получился такой хороший эффект. Так. И у нее получились хорошие фотографии, и у меня также. Так. Наталья, ну это вот я не знаю, как, почему так получается. Нет, еще знаете как, девочки, у меня же тоже все не получается не сразу. Знаете, сколько я перевела того же силикона, этого фоамирана, той же бересты. Вот. Ну, кстати, вот бересту сколько я не делаю, я даже все обгрызочки я оставляю. У меня ванна стоит, я в нее все складываю, потому что из таких обгрызков очень хорошо сделать, допустим, подушку очень полезную для здоровья. Вот, так что я из бересты точно вообще ничего не выкидываю. Так, на кого у меня дочь учится? Она уже отучилась, она у меня повар, но по профессии не работает. Она живет в Екатеринбурге, работает продавцом-консультантом, так это называется, менеджером, в магазине «Много мебели». Вот. Уже работает где-то на года два там. Так. Милена, пробуйте фом, потому что фом вообще обалденная вещь. Я понимаю, что из глины намного меньше, легче лепить. Сразу говорю, что лепить намного, вот, в крайнем случае для меня намного легче, чем делать из фоамирана. Но фом практичнее. Я когда отправляю клиентам, я не переживаю за свою работу, я знаю, что с ней ничего абсолютно не сделается, даже если вдруг где-то там кто-то что-то на нее сядет, или потому что я сама работала на почте, я знаю, как зачастую относится к посылкам. Так что я использую более такие практичные все-таки вещи. Так. По молдам, почему на молдах много пузырей? Я не знаю, про каких молды вы имеете в виду. Если, допустим, вот которые идут пластиковые, да,
значит, не очень правильно соблюдены все процессы вот изготовления молдов, потому что там вакуумная камера должна быть для изготовления вот из пластика. Татьяна, это очень хорошо, когда... Не, ну я, с одной стороны, Татьяна, я тут даже, это скорее у меня дочь меня мучила, потому что, ну, она у меня уже взрослая девочка, 22 года, все-таки ей самой хотелось пофотографировать себя красивую, и причем еще совместить приятное с полезным. И мои работы показать, так что это была полностью ее инициатива. Татьяна, очень хорошо, что получается, вообще классно. Мне вот девочки отправляют свои работы, вот именно сделанные по вебинарам. Порой получается лучше, чем у меня. Так. Да, кстати, на Фоамиран вот я подсела по полной, поэтому делаем днями и ночами. Так, ну что, сейчас еще немножечко у меня подсохнет. Так, ягодки, черники я... Так, нет, я, наверное, что-то я не помню, вроде бы... Не помню, даже покрывала акриловым лаком, вроде нет. Потому что немножко матовость такая она должна... Да, нет, не покрывала я. Листики, вот да, покрывала. Поэтому вот эти листики я ничего не буду делать. Так, сейчас покажу вам, какой я лак использую. Вот у меня вот в таких больших ведерках. Ну как ведерко большое, тут что у нас, сколько, 900 или литр? 0,9 килограмма. Ага. Ну почти литровая бутылка и банка. На нем написано водно-дисперсионный лак по дереву полиакриловый. Обязательно глянцевый, чтобы был. То есть, получается, акриловый лак на водной основе он получается. Еще подойдет, который идет, вот получается, написано для саун и бань. Вот какой. Я его использую и для декупажа. Так. Так, делают заказанные изделия из разных материалов, фоамиран, береста, силикон из-за границы. Делают. Но, если честно, судя по тому, какая пересылка, ну вот, честно, ни разу не бралась за это, отказывала. Особенно очень много из Израиля хотят заказать, особенно вот получается вот те же ягодки из силикона, из бересты. Вообще очень хорошо пользуется спросом, но вот я как-то ни разу с этим не захотела связываться, отказываю, я работаю только по России. Вот. А так-то вот Израиль вообще очень часто просят, можно или нельзя. Но, насколько знаю, там доставка получается где-то 800-900, где-то около 1000 рублей. Не все могут это оплатить все-таки. Хотя у меня бывает даже вот по России есть такая услуга, называется МС. Это экспресс-доставка, она очень быстрая, во-первых, прям до человека доставляется, прям домой. И она стоит где-то тоже в пределах 800 рублей. И по России несколько раз было такое, что даже заказывали. Так что зависит все-таки от человека. Захочет он оплачивать такую доставку или нет. Силиконовые самодельные молды в пузырьках воздуха. Даже не знаю, у меня не было таких вот. Вот у меня, видите, молдики. Они абсолютно такие вот. Ни одного пузыречка. Не знаю, что-то неправильно, значит, делайте. Не знаю, откуда у вас берутся пузыречки. У меня ни разу такого вообще не было. Даже если не очень хорошего качества был даже силикон.
все равно. Что-то, видимо, может в силиконе, либо не так бывает. Какие распространенные ошибки делать первоначально в работе с вами? Ой, Наталья, я даже не могу ответить на такой вопрос, потому что ошибки у каждого все равно свои. Все-таки. Знаете как, ошибки в любом случае это некоторый опыт. Без ошибок все равно никак не обойдется. Я называю не ошибки, я называю эксперименты. Вот так, поделали, ага, не получилось, ладно, значит, надо по-другому сделать. Либо бывает, что, ну, вот как у меня лисички, допустим, получились. Делал один цветочек, получились грибы. Так что иногда вот такие ошибки, они очень в плюс идут. Ягодки нет, ягодки я не буду покрывать, потому что черничка, она какая-то немножко такая матовая. Как бы шершавенькая такая. Ягодки я не буду покрывать, сейчас вот. Мы уже почти подсохли. Теперь нам нужно обмотать череночки. Так, сейчас вспомню, как это точно называется. Плодоножки ягодок. Вот, учусь правильно говорить. И нужно обмотать. Я делаю той же теплентой, которую я немножко подкручиваю и поднимаю кверху до этого места нет даже. Получается, у меня в этот раз я делала горячим клеем, поэтому лучше, знаете, как сделать, потому что у нас тут хвостики немножко клея остались. Сейчас мы вот чуть ниже закрепляем. Идем кверху. Обкручиваем, получается, вот как раз вот эти вот неровности клея. И опускаемся дальше вниз. Все. И у нас все теперь красиво, все закрыто. Так, ну сильно длинные тоже не делаем, оставляем, закручиваем где-то сантиметра. Тут у меня полтора, около двух достаточно будет. Тут я тонировать не буду, потому что я вот смотрела на черники, у нее вот на самих веточках, где ягодки, там немножечко посветлее они, чем у листиков. Так, вот опять подкручиваю чуть пониже, с наклоном вверх, чтобы было, потому что плента туда шла. Откручиваю сверху. И опускаюсь вниз. Причем самое главное, девочки, я вот смотрю, вот, кстати, насчет ошибок, насчет фома. Тут даже не насчет фома, а именно подкручивание этой пленты. Вот смотрите, я когда сейчас подкручиваю, я прям вот силой прижимаю этой пленту к стволу. Ну, что бывает, иногда смотришь, девочки, делают. Но тейп, вот ягодки классные, листики классные, но сборка хромает. И тейп-лента, получается, прикручивается не очень аккуратно, и из-за этого портится вся, вот, весь вид сразу же. Поэтому, когда подкручиваете тейп-ленту, очень-очень сильно ее нужно прижимать к стволу. Лучше вот прям даже вот несколько раз вот взять, пройтись, подкрутить еще дополнительно сверху. И делаем вот прям еще с натяжкой. Оттягиваем прям ленту, вот тянем ее. И тут с натяжкой, чтобы у нас все прикручивалось. Хвостик. Не захотел приматываться, большой слишком. От клея остался, ну его подрежем. Вот я, вот видите, получается, вот этими пальцами я между ними вложу проволочку, подтягиваю тейп-ленту и вот прям сильно-сильно с усилием прокручиваю. И тейп-ленту я всегда только обрываю, не обрезаю. Тогда лучше прикручивается. Так.
Лак для декупажа. В принципе, вот я этот же лак использую для именно для декупажа. Так что вот, мне кажется, это универсальный клей. Ой, клей, лак. Посмотреть работы декупажа. Ну, у меня на странице есть. Я сочетаю декупаж. Это у меня с берестой. Я делаю различные браслеты, сережки. Там в технике декупаж. Ну, там не только декупаж еще есть, там и я росписью еще занимаюсь. Так что немножко хохлому осваиваю, там гжель чуть-чуть пробовала. Но гжель мне как-то не очень хорошо далась. Мне кажется, просто у меня не те краски. Надо другие приобретать. Вот. Двойной мазок очень нравится. Вот у меня тут слишком маленький хвостик остался. И вот осталось совсем немножко. Сейчас я вот эти домотаю, и нам, в принципе, осталось только собрать и все. Так. Галина, как пришла идея с блинами? Эта у меня идея пришла уже довольно-таки давно. Где-то, наверное, в начале лета. Давненько. У меня вообще очень много идей приходит, но они, вот если они не своевременные какие-то, они так вот полетали-полетали в голове, и все. И полетели дальше. Потом они приходят попозже. У меня вообще все идеи приходят в основном ночью. Поэтому я и говорю, что я... Бывает даже во сне снится. Вот сегодня, допустим, я какие-то цветочки упорно пыталась надуть. В смысле надуть и придать им такой вот объем во сне. Вот особо не помню, еще такие цветочки, такие цветом коралловые, красивые были. Иногда просто эти идеи... Я потом проверяю, экспериментирую. А как вообще все приходит? Ложусь спать. Днем редко у меня приходят какие-то идеи, что так вот как сделать. Ложусь спать, и все. Муза приходит и говорит, вот это, вот это, вот это, вот так. Порой встаешь, делаешь. Иначе не отстанет. Что-то проверяешь, что-то экспериментируешь. Иногда даже бывает, вот часа в два лег спать, заканчивается тем, что ты засыпаешь в 6 утра только. Так что вот таким образом у меня получается, я ночной человек, получается, и досыпаю, потом до обеда сплю. Так. Так, дальше. Наталья, ну, да я как-то, не знаю, не переживаю, просто один раз я предложила, из Израиля мне предлагали, я сказала, что будет около 1000. Мне, ой, как дорого, и все, поэтому я пока это упустила. Ну, значит, просто мое время еще не пришло работать за границей. Насчет мастер-классов, да, я работаю, а насчет... На заказ еще пока как-то я до этого не дошла, видимо. Так, ну вот, все, девочки, у нас все ягодки готовы. Листики, так, эти я пока не буду делать, я все-таки хочу немножко вот лицевую сторону покрасить. Поэтому я буду использовать уже готовые. У меня есть, которые... Ну, я так думаю, как собирать-то совсем не сложно, но... Я всегда под основу делаю вот отдельную проволочку, которая вот хорошенечко держит форму. Так, берем ту же тейп-ленту. Я хочу, чтобы все-таки у черники все такое тоненькое, поэтому я тут же использую тейп-ленту, которая вот разрезана на три части. Да, Светлана, все правильно. Вот именно что. Лучше пожалеть, что сделал, не получилось. А, ну и не получилось, ну и ладно. Чем думать, ах, если, вот если бы я попробовал. Так что
Так. Эльвира, ну, насчет силикона, это знаете, как тоже, как попадешь. Можно одной и той же фирмы даже пользоваться. Вот в этот раз у меня попалась какая-то та же самая вроде, а качество немножко похоже. Но и вдобавок я вообще заметила насчет вот силикона, когда он свежий, он хуже. А когда он немножко полежит, вот прям вообще классно становится. Так. Ну да, черничные сережки, они, увидите, получаются, в принципе, да, небольшие совсем. Будет вообще классно смотреться, веточки. Так, что-то я все... Вопросы. Так. Да, я и накручиваю. Подтягивать обязательно. Каждую эту пленту обязательно нужно растягивать. Она, воск высвобождается, вот этот клей. Подтягивать обязательно нужно, но еще и пальцами прижимать. Потому что бывает, вот растянешь, и все равно краешки, они грубоватые получаются. Так, вот на краешек я, проволочка, которая будет у меня основной, я накручиваю ту пленту. У меня руки уже такие немножечко липкие от той пленты стали. У меня почему-то весь воск частенько на руках еще остается. Так, на кончике тоже подкручиваю. Причем я, знаете, как делаю? Я вот этот хвостик, я его оставляю. Он у меня получается, вот как бывает, знаете, на веточках. Можно немножко такие вот отогнуть еще чуть-чуть. Как на веточках бывает, знаете, такие вот суховатые отросточки. Так, и делаем какой-нибудь листик. Подкручиваем. Вот видите, у меня получается вот этот вот. Остается. Тут я листик подогну. И вот этот даже вот огрызочек у меня останется. Так. Все лучше рождается ночью, да. Это точно. Да, Рената, вот так и живем. Получается, ночью работаем, днем отдыхаем. Так, вот беру ягодку. И прикручиваю. Ну, я так думаю, тут особо уже не нужно учить, что и как делать. Ягодку немножко тоже нужно подзагнуть, чтобы она была у нас так поживее такая. Дальше опять берем листик. Можно сразу загнуть в ту сторону, как нам надо. Очень хорошо мне нравится делать на проволочках. Все гнется. Можно сделать вот, вообще как хочется. Так, получается, я листики приделаю, оставляю буквально миллиметров 6-7. Даже не 7, даже меньше. Миллиметров 6, да, всего остается. И на ягодках тоже оставляю где-то миллиметров 6-7 всего. Вот этих вот черенков, черешков. Вернее, у ягод такие плодоножки. У листиков черешки. Да, постепенно привыкну правильно говорить. Будет хорошо. Так. Вот, видите, я разогнула и уже. Какой вид становится? Так.
Пожалуйста. Ну, я вообще стараюсь все мастер-классы вот так вот делать, чтобы было подробненько, все понятно. Единственное, правда, иногда даже слишком мало вопросов задают, хочется все-таки что-то и поотвечать. Так, вот видите, я уже приделываю. Вот таким образом. Композицию я тоже собираю из собственного опыта. Так как, если честно, черники за всю жизнь я собрала очень много. Мы очень часто ходили за черникой. Я сама, вернее, родом я из Казахстана, с Южного. А у меня папа из Сурала. Это Серовский район. У меня там и мама, и братья живут. Вернее, брат один уже недалеко от меня переехал. Вот. И там, именно вот в Серовском районе, там такая черника, какая там клюква, какие там огромные шишки. Вот тут вот, где я сейчас живу, в Сухоложском районе, тут такого нету. Тут довольно-таки мелковато. Все это. Но вот на веточке распрямлено, вот как сейчас я вам делаю. Вот в такой степени все это. Причем у нас небольшие, бывает, что большие кусты, а там совсем бывает вот маленький, вот такого же размера вот кустик, но весь усыпан вот этими синими ягодами. Вот примерно вот такой. Вот такая веточка у меня и получается. Так, дальше я ягодки уже приделывать не буду. Объясню почему. Потому что я делаю все-таки украшения, и там длинные ягодки не всегда, вот длинные веточки не всегда нужны. Поэтому вот эти три ягодки я потом еще сделаю на другую веточку. Интерьерные композиции я не всегда ими занимаюсь. Так, сейчас я докручу, посмотрю вопросы. Так, ну, хватит до сюда. Все. Видите, у нас веточка, все готово. Так, сейчас я. Ладно, пускай вот так вот будет, чтобы было все-таки поприятнее, почище. Вот, видите, получилась вот такая вот черничка. Так. Можно веточку еще, кстати, немножечко загнуть в какую-нибудь сторону, чтобы было чуть-чуть поживее еще. Вот. Так. Сейчас я почитаю. Почему у меня обратной стороной нет? У меня к ягодкам не обратной стороной, а наоборот лицевой смотрят именно к ягодкам. Изнаночная наружу, наоборот. Так. В реальности, в принципе, получается, листики должны находиться не... Вот у меня-то, видите, как один, второй, а так-то нужно их делать на одном уровне. Вот такой елочкой как бы. Друг напротив друга они должны быть так-то. Ну, я немножко уж тут чуть-чуть сместила, а так-то они вот так растут. И именно вот как у меня листики вот эти вот, вот эта лицевая сверху, тут ягодки, изнаночная туда вниз. Так что все вроде правильно. Так. Галина, да, ботаника я вообще очень много начала, когда работать с фоамираном, очень много узнала, какие бывают, оказывается, цветы, названия. Вот сейчас учусь, да, правильно называть, как все это. Так.
Наталья, силикон в тубе сразу не застывает, но его нужно все-таки использовать где-то в течение лучше 3 месяцев. Потому что вот сколько у меня... Я с ним работаю, я работаю с ним уже 3 года. Если постоит полгода, то застынет. Так что нужно успевать. А в районе 3 месяцев ничего точно не делается, он даже еще лучше становится. Вот. Так. Спасибо за комплименты, очень-очень приятно. Так. Да, меня что-то в последнее время как-то в ягодную тему убило. Что-то туда все. Вообще можно очень-очень много чего сделать. Вот. Даже, видите, вот такая вот малипуська, и то вообще классно смотрится. Так. Выпуклая сторона лица, лицевая, да, получается, вот это лицевая. Вот где у нас загнутая, это изнаночная, это лицевая. Я делаю назад, получается, вот тут внизу подклеивал назад, сзади. Подклеивал с изнаночной стороны. Получилось, да, она как бы выпуклой, это лицевой стало. Так, сейчас я, подождите, немножко, у меня тут уже баннер выставили, мне кое-что нужно проверить. Так. Мне же еще надо. Так. Так, сейчас мы проверим, кто у нас сегодня выигрывает. Немножко была большевато. Так, сейчас я напишу, кто у нас сегодня выиграл. Так, пока напишу, чтобы никто не видел. А то я могу забыть. Так, девочки, подождите, пока не пишите, потому что я еще немножко не закончила. А сейчас места для из-за баннера так мало-мало остается. Так, сейчас я вам быстренько пробегусь по своим платным предложениям, потому что у меня там появились новенькие мастер-классы. Так, ну вот как обычно я сделаю из комплект из мастер-классов. Делаю довольно-таки хорошая скидка, получается от первоначальной цены где-то 60%. Ну, тут уже сами почитайте, тут всякие разные. Тут и зефирный фоамиран, и простой фоамиран. Вот. Тут сразу... А, и в подарок получаете вот как раз любимые всеми ягодки из силикона. И тут еще получается бонусом идет черника. Вот как сделать именно из силикона, тоже очень классно получается быстро. И такие шарики, знаете, они получаются такие губчатые, вот, пористые такие вот. Их, они в декор очень хорошо идут. Так, ну посмотрите, тут цены, у меня я в основном сделала скидку 30% на каждый отдельный мастер-класс. Подсолнух, это у меня иранский фоамиран, причем молодой подсолнух. Тут интересная такая серединка, начинающие созревать семечки, тут тычинки. Извиняюсь, что-то у меня как-то... Кашель прорывается, никак не могу это с таким видом. Так, тут колье.
Это зефирный померан, тут полностью как делать само колье, как отдельно сами цветы сделать, прожилочки, ну вот все подробненько. Так, ободок с мини-розами Ассирии, это вот как раз многие спрашивают, как сделать вот такие вот цветы, как сделать тонировку, и причем тут я не очень люблю мять, истончать фоамиран, поэтому я стараюсь использовать такие способы, где это делать не нужно, но получается, что красиво. Практически из того, что я представляю, наличия ничего нету. Вот этот вот ободок синенький купили девочки на день рождения. Так, ранункулис. Тут получается два способа. Причем два способа истончения, два способа тонировки, вот сборка, все полностью. Тут можно просто менять цвет, вот серединок вот этих вот, само цветка. И делать, как говорится, разноцветные можно. А тут вот как раз это из новых мастер-классов. Морозная роза, это из зефирного помирана. Также в мастер-классе я рассказываю, как сделать из другого вида, любого. Тут все от начала. Вот, кстати, девочки, кто пропустил по молдам из силикона вебинар, тут способ показан. Как сделать молд для лепестков самой розы, как сделать для листьев молд. Все полностью, все показано. Вот. И я повторюсь, что лепестки тут не нарисованы, это выдавлено. Рисунок получается сам собой. Причем такое можно использовать не только вот на розах, но и на других там цветах. Кто вот занимается куклами, очень классно получится вот кружева, как делать такие. Так, это тоже из новой, это радужная роза. Ну, я взяла зефирный фоамиран. Можно то же самое использовать. У меня все показано в этом. Любого вида фоамиран. Вот я решила вот именно радужную сделать. Тут способы тонировки, вот абсолютно разные лепестки, разным-разным цветом сочетание. Можете выбрать, не обязательно сделать вот такую цветную, а взять, допустим, один какой-то способ тонировки, который вот тут показан, одного какого-то цвета лепестка. Тут получается, причем сделано не просто вот взято лепесток там красный, синий, нет, они все абсолютно по-разному затонированы. Переходы у них по краям к другим цветам, все полностью. Так, листики, и вот как раз тут еще плохо видно, тут фотография мелковата, не знаю, не нажимаются они. А на каждых лепестках тут сделаны прожилки. В мастер-классе показано, как сделать молд для таких прожилок, также как сделать молд для листиков, вот, самим из силикона того же. Все полностью показано. Ну и как обычно сборка, тут шипы, все полностью подробно, чешелистик, сами листочки, все. Ну все, я вам тут показала, тут уже сами посмотрите, что и как. Ценок разберетесь. Ну, еще Людмила покажет, что и как делать. Так. Ну, вот сейчас вопросы я... Гонор, столько места занимает. Ну, я думаю, знаете как, девочки, я потом... Силикон прозрачный, силикон разный бывает. Бывает белый, бывает прозрачный. Я, наверное, вопросы потом почитаю. Так, срок годности изделий с фоамирана. Мне кажется, нет. Потому что, по сути, что такое фоамиран? Это резина. Причем резина такого интересного качества, мне кажется, лет 10 точно с ним ничего не сделается. Хотя еще неизвестно, конечно, потому что она появилась, фоамиран появился года 3-4 назад только.
Так что, мне кажется, за 10 лет, вот гарантия у силикона 10 лет. Мне кажется, у фоамирана точно не меньше. Так. Сейчас смотрю. Победителя я еще не огласила. Сейчас прочитаю. Виталий, ну, знаете как, почему так они получаются? Практика, еще раз практика. Знаете, сколько этой чехлинки уже наделала? И на заказ, и так, и себе, и всем подряд. Так что... Подсолнух, да, это иранский фоамиран. Я специально взяла именно такой. Даже не стала использовать зефирку. Нет, а покупка МК не подразумевает вступление в группу. Это отдельно. Так. Так, ну вроде все. Все рассказала. Сегодняшний, значит, победитель. Надеюсь, она никуда не ушла. Так, оглашаем, вот даже могу показать, ну, если вы, конечно, разберете, что я тут написала. Итак, сегодняшний победитель Ирина Кустицкая, самый активный участник. Так что поздравляем. Пожалуйста, напишите, Ирина, мне в личные сообщения. Мы с вами договоримся, что и как, где вы сможете получить и что сможете получить. Так, надо заканчивать, у меня уже голос совсем пропадает вот из-за моего кашля. Ну все, я, девочки, со всеми прощаюсь. Я думаю, если кому что непонятно, меня очень легко найти. Спрашивайте. Всем пока-пока, до новых встреч. Да, спасибо огромное. С нами была Елена Мирсанова. Замечательный мастер-класс. Я уже смотрю в чат и вижу массу всяких слов благодарности. И я тоже хочу от имени нашей компании, от себя поставить много восклицательных знаков. Это наши аплодисменты. И вы, дорогие друзья, можете присоединиться. Кстати, по поводу присоединиться, да, вот тоже скорее выздоравливайте. Елена, вам пожелание скорейшего выздоровления и участия в наших следующих конференциях. Так вот, дорогие друзья, хочу вам напомнить о том, что до 18 часов завтрашнего дня вы можете смотреть выступление Елены Мирсановой в записи бесплатно. После 18 бесплатный просмотр будет закрыт. Можно будет только лишь оформить покупку любого предложения. Ну и теперь давайте перейдем по баннеру. Я вам покажу страничку и объясню, расскажу, что нужно делать для того, чтобы оформить покупку. Итак, перехожу вместе с вами. Я уже не буду так подробно рассказывать, это только что сделала сама Елена, что входит в комплект. Комплект из 6 мастер-классов. Вот, пожалуйста. Все видеомастер-классы здесь перечислены, Елена их перечисляла. Стоимость всего комплекта 2300 рублей. Есть скидка сегодня, как собственно и всегда, в размере 25%. Дополнительно вы получаете 115 баллов за покупку, нужно только нажать на кнопочку «Заказать». В подарок вы получаете видеомастер-класс «Ягоды из силикона». Плюс бонус. Следующее предложение уже каждый видеомастер-класс в отдельности. Молодой подсолнух из фоамирана 455 рублей, 23 балла за покупку. Видеомастер-класс колье ирисы из эфирного фоамирана 480 рублей, 24 балла за покупку. Видеомастер-класс «Ободок с мини-розами Ассирия» из фоамирана. Шикарное произведение искусства, я бы сказала. 520 рублей, 26 баллов за покупку. Нажимаем на кнопочку «Заказать».
Но пока не делаем этого, идем к следующему предложению. Ранункулюс из зефирного фоамирана. Красивейший цветок, который вы можете сделать самостоятельно. Стоимость 490 рублей, 25 баллов за покупку. Нажимаем на кнопочку «Заказать». Ну и дальше идем по страничке. Морозная роза из зефирного фоамирана. 490 рублей, 25 баллов за покупку. Опять-таки кнопочка «Заказать». Следующее предложение. Радужная роза из зефирного фоамирана. 630 рублей и 32 балла за покупку. Кнопочка «Заказать». Но я думаю, что самое выгодное предложение и по цене, и по наполненности можно одним кликом приобрести абсолютно все. И с такой замечательной экономией. Комплект из 6 мастер-классов. Я нажимаю на кнопочку «Заказать», и мы с вами переходим на страничку оформления заказа. Самый важный шаг – это заполнение ваших личных координат. Это ваше имя, ваш электронный адрес и ваш номер телефона в международном формате. Не забывайте проверять, чтобы эти данные были обязательно написаны правильно. После этого нажимаем на кнопочку «Подтвердить заказ» и перейти на страницу оплаты. Вот она, эта страничка. Здесь вы видите номер заказа, от какого числа. Вот здесь будет ваш электронный адрес. Его еще раз нужно бы проверить, чтобы он был написан правильно. Дальше вы можете посмотреть еще раз, что вы приобретаете, по какой цене. И выбираем способ оплаты. Есть видеоинструкции, как оплатить с помощью банковской карты Visa или MasterCard, с помощью платежной системы PayPal. Вот она, пожалуйста, эта кнопочка. И не забывайте, что у вас есть возможность оплатить баллами для тех, у кого этих баллов уже достаточно. Напоминаю, что за каждую покупку наша компания дарит вам определенное количество баллов. Эти баллы накопительные, вы можете отслеживать их накопление в вашем личном кабинете и позже сделать оплату именно накопленными баллами. Замечательная возможность. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы каждый вечер на протяжении 3 недель были вместе с нами. Перед вами выступали наши мастера, которые делились своим опытом, своим умением, знанием, делились идеями, своим творчеством. Надеюсь на то, что все выступления наших мастеров были для вас интересны и полезны. Если среди вас есть уже готовые мастера, которые хотели бы поделиться своим мастерством, пожалуйста, нажимайте на кнопочку вверху «Стать мастером». Заполняйте небольшую форму, с вами свяжутся сотрудники нашей компании, и вы тоже сможете стать нашим спикером. Будем этому очень рады. Еще раз благодарю. Надеюсь на то, что следующую конференцию вы тоже будете с нами. Всего вам хорошего, творческих успехов и до скорых встреч!